Маринка, а ну отпусти ее! Ей же больно! Куда вы ее тащите? Я все вижу! Вы за это ответите! Я все вижу! А ну отпустите ее! Раб, это привратник один. Гражданские с ума посходили. Машин, какой-то урод из счастливчика Джо не дает нам осмотреть свой грузовик. Мы слышали, Сайрина, действуем жестко. Стрелять не торопитесь, но если придется. Лучше поговорим о том, что случилось с Эми Ферреро. Да, о том, как вы заставили ее замолчать. А, давайте же, поговорим об этом. Что вы творите? Эй! Там, внизу! Не поднимайся! Замолчи! Замолчи! Команда КПП, вперед! Цель была замечена под мостом. Надо попасть на пристань. Черт. Бет, план поменялся. Они следят за пристанью. Найду другой путь. Я уже почти там. Подожди пару минут. Нельзя рисковать доктором Эмералд. Так или иначе, но я пересеку этот мост. У нас тут гражданские. Пытаются пробиться. Вы слышали приказ. Действовать жестко, без колебаний. Спасибо. Спасибо, что предупредила. Ладно, хорошо.
Просто пересечь чертов мост, и я свободен. Черт. Хреново. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Оставалось на нее спуститься. Черт! И что теперь? Кругом творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Я все продолжал спускаться вниз, к кораблю.
И не то, чтобы это было приятной прогулкой под луной. Разлом усиливался. Параллели путались. Завивались в безумные петли, сталкивались. Полный бардак. Так, наверное, и должен был выглядеть конец времени. Все переломано. Припутано. И застыло в хаосе. И некому рассказать. Я сказал... Давай, давай, давай! Разлом расширялся. Беспорядочное движение. Предметы выпадали из времени, параллели пересекались. И дальше было бы только хуже. Мы должны были вмешаться. Ты хоть представляешь?